шлет дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа, мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Беги, Тёма. Я еще посижу немного и приду. Поговорить надо. Эй, Рыжий! Алена, Рыжий! Тут, Рыжий, что такое? Мы же на сборе поговорить можем. Чё ты шум поднял? Ну так я за сбор и хотел. Гнилая эта тема, реально. Да ты чё? Все же так хорошо шло. Барона завалили, осталось только решить, кто теперь будет волю священного пламени объявлять. Ну, а это дело серьезное, все с пониманием отнесутся, как примерные мальчики. И тебя никто, конечно, не заподозрит, что ты к убийству барона руку приложил. Ни в коем разе. Харе уже, юмористно. Кто старое помянет, тому два зуба вон. Я с тобой серьезно поговорить хотел, а ты? Че я? Это ты? Нет, дай договорить уже, реально. Все, понятно, дураки и предатели. Один ты тут в белых тапочках, да по дерьму, да? Никак не жмет. Это не ты ли за две цистерны керосина перед бароном отчитаться не смог? А за две цистерны-то, небось, как раз и можно было ту бригаду отморозков на поезде нанять. Но это мы при встрече обсудить можем. Я ща про другое хотел. Тебе тип этот новый, Дамир, как вообще? Не подозрителен? Дамир? Да с ним, считай, ясно все. Откуда это он такой взялся? Его что, барон перед смертью главным назначил? А если нет, то с хером стрелы назначает. Стопудово подстава. Во, и я того же мнения. Может, он с кем-то из наших работает, а? Я-то его и знать не знаю, но мало ли. Реально без понятия. Я тоже за Дамира этого вчера в первый раз услышал. Вот и зашибись. Тогда давай чисто пока старые не вспоминать, а эту тему возьмем на контроль. Выясним, на кого он работает, и разберемся с обоими, чтобы не беспредельничали. Ну а там между собой порешаем по чесноку все? Само собой порешаем, но потом. Тогда лады. Лады, тогда на сборе пересечемся. Ага, пересечемся. Шифратор только к передатчику, да и передаю это в записи, чтобы вы точно услышали. Так что можешь не спешить с ответом. Я хотел сказать, что нехорошо как-то получилось, когда я решил остаться. Понимаю, у тебя тогда выбора не было, но все равно. Ну, что было, то было. Да и место мое здесь. Благодаря плану Гюль мы скоро совсем освободим мой народ. Нужно разобраться с оставшимися бандами до возвращения главных сил из набега. Так что мы объявили о сходке. Надо же выбрать нового первосвященника.
раз барона больше нет. Бойцов у нас пока немного, но, к счастью, оба оставшихся бугра метят на место барона. И оба меня за противника не считают, так что можно будет их стравить. Гюль все отлично продумала. Хотя, конечно, план может и не сработать. Так что я просто хотел сказать всем, и тебе, Артем, спасибо, что стали моей семьей. В Ордене я был на своем месте. Был дома. И я никогда этого не забуду, пока жив. Геопрагмет, удачи вам всем и счастливого пути. Конец связи. Возьми трубку. Аббат, ты там где вообще? Это Димон. А, Димон, чего шумишь? Я что, как мальчик, должен стоять и вызов ждать? Сам виноват, фиг ли было эту частоту выбирать. Тут же на постой ковчег этот лапшу на уши вешает. А, ну это ты не беспокойся, уже не вешает совсем. Как это? Я думал, что раз туда баранов столько валит и не возвращается, это заевшая пластинка и не заткнется никогда. Ну, видно, один баран таки куда-то добрался и пластинку эту сломал. Ну да, конечно, сломал. Чтобы там баранов этих на завтрак с обедом не жрало, оно, небось, просто доелось и решило передохнуть перед ужином. Может быть. Но сейчас можем говорить тут, и никто не узнает. Ну, это да. Так за что ты обсудить хотел? Ты слышал про большой сбор, да? Слышал. Самого, понятно, не звали. Вот, сижу, жду. Кто из двух бугров решит мою бригаду нанять? А ты как? Я тоже так, да. Люди мои засиделись все. Сейчас наш шанс реально бабла поднять, клянусь священным пламенем. И есть у меня идея, как насчет скооперироваться. Хорошая идея. Разборки с тобой мне точно больше не нужны. Ха-ха-ха-ха. Мне тоже. Колено до сих пор болит. Да что, по рукам, брат? По рукам. Детали надо лично обговорить. Серьезные дела любят тишину. А тут нас хоть и не должны подслушать. Да, понимаю. Завтра у развалин ресторана. Пойдет? Пойдет. Значит, завтра, Аббас. Конец связи. Ракмет, брат. Конец связи.
Все в лучшем виде, Артем. Давай с нами. Артем, садись ко мне поближе. Я должен предупредить насчет Степана. О, какие люди! Присаживайся, Артем. Да, да. Я как... Что я пропустила? Их удивительный танец. Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и 4000 километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Дамир. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в 2 днях пути оттуда. С чем я вас всех и поздравляю. Ура! 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 Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца! Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. Я беру тебя в законные супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня горе, клянусь и в радости, любить тебя в горе и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! 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 Что с тобой? Что с тобой? Ой, что она кашляет так? Катя, ну сделай же что-нибудь! Не толпитесь, ей воздух нужен! Плохо! Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантао, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач... Сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъело. Да как ты можешь верить этой твари? Мы же из пустыни только. А песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Все нормально, Артем. Иди. Все хорошо. Что-то мне боязно. Старик, похоже, не помнит. Да, устроить сейчас Артема выволочку. Ну что, зятек, что делать будем, Святослав Константинович, давайте не будем пока паниковать.
что думаете, Катя? Я думаю, полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Ну, мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо совершенно сразу верно. Стало. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще. Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось? Аня кровью закашливает. О, Господи! Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, его-то мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав? Что тогда? Может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Ради Ани хоть на край света. А в Новосибирск? Ну, 1000 будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню, да и я. Бедная. Понимаю теперь, чего она последнее время чернее тучи была. Представляю, как себя накрутила. Если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты, все нормально. Накрутила себя из-за черта этого с Ямантау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Ура! Точно! За вас! Степа, давай ту песню. Хорошо пошла. Легко. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки марши, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Классно, точно ведь про нас. Даже полковник имеется. Да уж, точно. Пора вернуть эту землю себе, и вот еще что. Сюрпризы, как на мосту, и в Ямантау нам больше не нужны. Поэтому мы вышлем вперед разведку на дрезине. Артему в помощь нужен доброволец. Я долину проверять на наличие врагов! Пожалуйста! Есть у меня подозрение, что Алёша собрался долину проверять на предмет наличия там местных амазонок. Отлично. Значит, решено. Завидую я тебе, Степан. Раз и сразу готовая семья и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо. А мы, кстати, от пеленок и не уклоняемся, товарищ полковник. Вынашиваем план завести Насте братика, если она не будет возражать. Мне лучше сестричку. С сестричкой можно в куклы играть и нянчиться. А с братиком можно играть в Спарту и спецоперации. Брось, Стёп, в спецоперации бог даст, мы отыграли. Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Вам нельзя на пенсию. Вы еще молодой. Старый я, Настена. Неправда. Вот ты говоришь, завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты есть. А у моей Ани такой умницы нет. Ну, пап. Что, пап? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал. Рукопашному бы их обучил. Стрельбе с двух рук. Я могу к вам в гости ходить. Конечно, заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя. Дочка у меня красавица, спортсменка. Ага, мастер спорта по стрельбе. Ладно, в Москве-то, согласен. Тьма, туберкулез, крысы, мутации, но тут-то, а? Все, па. Обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. Ну что, за колонию, что ли? За заселение земли и за продолжение рода. Точно! За детей! За детей! Да, еще один тост. За новую колонию. Пусть она растет и процветает. Ура! За колонию!
И чтоб женщин побольше прибилось. Ой, Лёшка, ты как всегда. Да не волнуйся, Алёша. Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди, уверен, тоже выжили. Ну а если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Ну а как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И может даже что-то придумаем. Это да. За любовь! Да за любовь! Прямо сладкое! Степа, сыграй еще что-нибудь. Степан, давай-ка еще раз ту. От ох, Борисыча. Ох, духота тут. И дарите с удовольствием. Привет, Артём.
Да, братка, напугала нас всех Анюта твоя. Ну а ты не переживай. Оно, конечно, на чехотку похоже. Но Катюха лекарь правильный. Так что на ноги в два счета поставь. Да и впереди, наконец, что-то путное. Река, лес. О, наша гидроэлектростанция. Да, интересно уже глянуть. Их еще не чинил. Так что все путем будет, Артемыч, не переживай. Скоро заживем в людские вдали. Здорово, дружище! После пустыни оружие в порядок приводим.